Кадетские классы есть в различных школах Бреста, но именно 28-я является родоначальником этой традиции. В присутствии руководства Московского района, представителей силовых структур и духовенства, а также своих родных, в самом сердце войсковой части 55-26 80 мальчишек и девчонок в придачу к своим новеньким погонам с буквами КК получили самое настоящее удостоверение. Теперь они не просто учащиеся, им присвоен особый статус кадета класса правовой направленности. Форма – это всегда ответственность. Форма – это тебя узнают. Наша синяя форма в городе – это уже все знают, и все знают, что если ребята даже едут в автобусе, это мои ребята. И они великолепно знают, что их видят, о них говорят. Ну и, конечно же, все-таки ребята подбираются те, которые уже осознанно идут к своей цели. Ученики кадетских классов дали торжественную клятву быть верными родине. И с этого дня для пятиклассников средней школы номер 28 города Бреста началось настоящее кадетство. Для многих ребят это ступенька к получению углубленных правовых знаний, чтобы в будущем связать свою жизнь с силовыми структурами. Я хочу свою жизнь связать вот как бы именно с какой-то такой профессией. Ну и вообще я мечтаю стать прокурором. Это тяжело физически и морально. Это надо стараться на уроках, ну и не только. Занимать первые места по олимпиадам, в разных соревнованиях. К слову, теперь у пятиклассников появятся изменения и в расписании занятий. Им предстоит усиленно постигать правовые дисциплины, особое внимание физической подготовке. С новым статусом кадетам добавилась и ответственность. Для меня учеба в кадетском классе – это значит то, что в будущем мне открыты многие двери в профессии, связанные с военнослужащими. По примеру своего старшего брата, я пошла в кадетский класс. В кадетском классе обучаются дети, те, которые достойны этого места в этом классе. Я бы хотела стать в будущем врачом-косметологом. Кем станут новоиспеченные кадеты, покажет время. Главное, чтобы все они оставались людьми с большой буквы. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, от Налоговкин, телекомпания БУК-ТВ.